Центре музыкального образования «Камертон» состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Зарядиться весенним настроением и насладиться музыкальными композициями и песнями в исполнении коллективов Центра пригласили жительниц 22-го избирательного округа. Будни с их заботами и проблемами – это само собой. Но жизнь без праздника – что за жизнь? И уже давно стало доброй традицией, будь то Новый год, День знаний, День пожилых людей, День матери или Масленица, в 22-м избирательном округе эти праздники отмечают дружно. Неизменный инициатор совместных торжеств – депутат городского собрания Павел Бовшик. Вот и сегодня народный избранник организовал для милых дам праздничный концерт. Перед его началом поздравил собравшихся помощник депутата Юрий Семушкин. От многотысячного коллектива объединенной сервисной компании ООО «ММК», от лично от директора Лоськова Сергея Алексеевича и депутата Бовшика Павла Александровича примите самые искренние поздравления. Пожелания вам добра, счастья, успехов во всем, чтобы никогда у вас не было слез, а если были слезы, то слезы счастья. Добра вам, благополучия и здоровья на долгие годы. С праздником вас, дорогие женщины!